Я говорю, понял? Я поставил десятку просто посмотреть, что это такое. Потому что мне надо было переустановить семерку, потому что она у меня уже тупила. Ты же не заглядываешь в мусорный бак, чтобы чисто посмотреть, что там такое. Нет. Это странная логика. Валёк, это очень странное сравнение. Мусорный бак и новая операционная система под Windows. Просто я понимаю, что это десятка. Я понимаю, что в любом случае со временем придется... Кто уже следит? О, можешь, кстати, им там в бюро позвонить и спросить, там, шутейку неделю назад скинутую им, и чтобы они тебе скинули снова. Валёк, я не работаю в ФСБ, я не работаю в МВД, я не работаю в госбезопасности. Что они здесь найдут? Ну, я тебе и говорю, они просто... Если что-то забудешь, можешь им звякнуть, они нам... Если я забуду вдруг пароль к чему-то, да, я могу попросить? Да. Так, защитник. Блин, ну защитник Windows. Ну, выключен. На, один. Я там как помню, ты такую писали, сидел, я подумал, что лет 5, наверное, его еще устанавливать не буду. Там же у них они специальный сегмент, вот как раз запоминающий информацию вырезали, собирали. И, блин, то, что игры стараться делать чисто, заблокировать пиратки, и то, что защитник сам, по-моему, даже одно время включался, и вот включить нельзя было там со всеми вытекающими. Там столько всякого... Ну, я не знаю, почему его вообще установить. Не знаю. В принципе, проблем с ней нет, вроде работает нормально. Ну, я и на семерке уже сколько? 3-2 года сижу на переустановленный или больше. Ты же вообще знаешь, у меня операционки по 5 лет живут. Ну, это понятно. О, господи, я что, против Зеда, да, вы шутите? Удачи. Господи, с такими свиньями, по-моему, вчера играл, пиздец. Я на Ксине до 10 минуты, по-моему, 8 киллов сделал. Все линии загангал в усмерть. Блядь, чисто, знаешь, убили топера, отхожу в кусты, он тпшится на топ, я тут же выбегаю, мы его второй раз убиваем. Нормально. И, блядь, и с этими свиньями, блядь, мы 40 минут потели, блядь, и еще, блядь, проиграть могли, если бы эти твари тупили хоть один раз еще. Несмотря на то, что все эти страны прописали. Ну, я не знаю. Блядь, я потом чисто убирал ради разницы, блядь. Пришлось влетать в Грейвс и Изи, это такое дерьмо. Блядь, убиваешь, тебя, блядь, там все пишите, когда рассечь, ходят и догребают то, что осталось. Сколько еле ели. Последние 15 минут, блядь, ясно. На 40 минуте там что-то 270. Охуя придал. И не танчик, пидорас. Он жирный, но он, сука, не танчик. Что-то появлюсь. Кстати, у них нету танков. Но если он возьмет. Блять. Да, он не взял. Какой хороший расклад был у них, физурон весь. Да. Без танков и чисто физурон. Паша! Чё? Ты куда? Я вообще-то пикал. Пикал? Ты не пикай, ты классный. Я нажал, Паш, окей. Не, пожалуйста, при выборе этих не отходи от монитора уже, ну не первый раз. Чего? Это, блин, из-за тебя мы ждали 5 минут. Вспомни. Так, народ.
Мы еще играть не начали. Уже... Меня ждали 5 минут за эти 4 года. А сколько раз мы ждали нового подбора за эти 4 года, потому что ты не подтверждал? Выкрутился. Все, не шумите. А че? Шумное слишком. Дисциплина. Где дисциплина? Впервые слышу. Я сделал копье из конфетти. Че ты сегодня в компанию играл-то? Да, да, чуть-чуть поиграл. Капец, она длиннющая какая-то, блин. На жопстике. Компанию, да. Компанию, так, да. А потом. Фархонор, алло. Откуда, откуда? От верблюда. Ну окей, я тогда продолжу свои шутейки. Так, да это мой номер, блин. Ирина Мальгина? Ирина Мальгина? Кто это? Ай-яй-яй. А-а-а. Блин, тут что-то народу целая куча. Что-то все меня поздравляют. Так. Ладно. Не буду на эту тему стебать. Как с языка сорвало. Спасибо. А это кто такой? Зинаида? Легезина? А, Зинка! Паш. Чего? Паша за своего считают. Ха-ха-ха. Ну, а ты скажи мне, где Хонор? Откуда нарыл? Такой смешной. Все сразу закончится. Ну, все конечно. Сразу закончится. Ну ладно, я, короче, это перехожу к более серьезным угрозам. Я в самом начале матча буду писать, что ты в моей тиме. В каждом матче. Это печально. Ну ты же понимаешь, что репутация даже на европейских серверах упадет ниже плинтуса. Я думаю, с таким ты мириться не будешь. Я буду ливать. А я-то еще думал, кто такая, блин, точно Мальгина вспомнил. На севере, она в Ханты-Мансийском округе, господи, почему она так далеко забыла? О, одноклассники меня с днем рождения поздравили, обалдеть. Но ты их не убил? Кого я не убил? Да так. Я не понял, нам игру вообще дадут или не дадут? Пока ты мне не скажешь то, что я хочу, нет. А, даже так? Ага. Ужас. Торменты играл? Да, да, немного. Немного. Капец, там читать надо. Но ты думал. Реально, там читать просто дохренище надо. Кстати, я там говорил, по-моему, первый бой изи, да? Чего-чего там? Ты воевал с мужиками уже? С какими? В город зашел? А, нет, я без боя обошелся. А. Ну, знаешь. В следующий раз так на изи не прокатит. Там же можно было с ними поговорить там. А как ты с ними без боя добазарился? Чё, сказал правду? Нет. Соврал. А, у тебя, по-моему. А, у тебя прокатило, да? Ну, там этот.
не я сказал, а этот мужик за меня ответил. У него больше очков интеллекта было на тот момент. У него там, по-моему, 85% вероятности. Ну не суть, у тебя, короче, вероятность прокатила просто. Ну да. Ну, нормально. А у меня не прокатило. Где это Зайра сраная? Почему у нас в лесу какое-то говно? Спроси это говно. Говно, ты почему в лес идешь, да? Или, не так. Почему берешь говно в лес? Не, на самом деле, мастер Юи, если он немножко рассвидится, это, конечно, такая дичь. Просто бегает, всех вырезает. Ты хер что ему сделаешь. Ой, я против маленького говнюка. Ладно, пойду чайку дома. Или я против Ясула? Не. Ясул, наверное, топ. Надеюсь. Какой-то странный апатия у врагов. Нам пошел за чайком, пришел с салатиком. Бывает. Ты мне тортик задолжал. А чтоб точно откупиться, еще и шашлык. Ни хрена себе. Ну ладно, можно курицей. Я лучше тогда в городе останусь. Навсегда. Навсегда, да. Ну ты же понимаешь, что я тебя и там найду. Да. Я же знаю, где ты живешь. А, ну да. А подъезд-то один? Два подъезда. Ладно, найму кого-нибудь. И соседи не смогут тебе вечно еду приносить. Да как ты играешь в For Honor? Да пока херово. Там...
Там чуваки задроты, капец. Я сегодня зашел какую-то катку. Там у чуваков уровень брони уже за сотку. Там уже цифры за, типа золотые. Просто капец. У них этот ранг... как он там называется? Ранг мастерства, да, по-моему? Какой этих? Ну, что-то такое есть. Там у них ранг мастерства, по-моему, был 37, что ли. Или 27. 27! Это надо было 27 раз добить героя до 20 уровня. Ебануться! Это сколько надо играть было? Ну, хрен его знает. Бустер ему. Хотя подожди, когда игра вышла? Ну, месяц назад. Не прошло. Нет, месяц? Нет, не прошло. Меньше. Ну, грубо говоря, месяц. Ну, грубо. Так ты чё, купил её или тебе подарили? Ну, Паша сказал, догадайся, с 3 попыток. Ну, с 33 попыток. У тебя еще осталось попыток 20. Марсиане сбросили. Марсиане. Сказали, о, блядь, пацан шарит, блин. Надо, пацаны, скиллы развивать в разных направлениях. Пусть не только в задротскую хуйню играет. Ну да. Китики, хуяк. На балкон оп, упала. Аху. Так. У меня на миде кто? Хуй его знает кто. Может, у нас тут будет дабл мид? Да не, я сектопер. Понятное же делом. Не, просто Люкс с Вейгером будет на миде и все. Люк саппорт. Ты чё? Где это написано? Может, они дабл мид? Ну тогда нам лучше, тебе хуже. Валёк, помоги там этому чертю. Умереть тебе? Не, помоги, я мне. Имел в виду тут, вот, куда ты пошёл? Красный забрать. Ну, Пантеон уже где-то наотхватывал. Он с базы уходил. Пошли. Этот придурок смайт использовал, долбоёб. Вот что за долбоёбы? А зачем он смайт использовал? Хорошо, он полку. Блин, капец. Вейгер саппорт. Офигеть, они уже напинали. Валёк, ну чё ты делаешь? Валёк, сейчас сольёшься. Пантеона пантеонил? Валёк, уходи. Завардишь? Угу.
Блять, все такие истощенные. Ах ты ж, чара. Ах ты ж, шавка. А в кого-то вы в нуба? Угу. Блин, я вообще тал. Ну ладно. Паш, бэкнись. Сейчас соточку набью, чтобы варду уже купить. Фарми. Добей. Сука, не дали мне добить моба опять. Так, Валёк, я на базу. Стой аккуратно. Так, надо уже пойти куда-нибудь сходить. Поздно кинул. Я сейчас откушаю, попробую к вам, наверное, сходить. Я флешнулся, блин, за ним. Попутал кнопку. А, подожди, когда бульду, не бей. Ну ладно. У них люкса вообще херовая. Так, Валёк, Валёк, сверху, сверху, сверху. Убьете? Да. Покупайте. У меня еще маны закончилась, так бы я ультанул бы в него, быстрее бы сдох. Блин, мне бы мало кто дал. Так, у меня люкса куда-то пропала.
К вам пошла, а нет. Вернулась. Бляка. Не, ну двойная кубка, это пиздец у них. А где он сдох? На топе. Бляха-муха. Фит по КД. Да, что-то вы. Экзост, блядь. Тупо экзост. Экзост в лицо. Угу. Так бы я хоть одного забрал. Возможно, и двоих. Кстати, экзост по нерфили же, помнишь? В плане. Он скорость атаки, по-моему, сейчас не понижает. Только передвижение и урон. А я как раз в этот момент ульту запускал. Так. Блин, люкса. Валёк. Честь не нахуй, вообще сюда. Пиздец, блядь. Убить меня хоть. Блять, сейчас прыгнет. Сука! Так, я, конечно, иду, но... Тут, блять, как бы все видно. Лол. Блять, жалко, ульты нету. Валёк, ультуй! Я тебя солью. Ах ты, пидор. Ой, ладно. Я лучше пофармлю. Так, а где люкса?
Ну что ж, я более-менее поел, теперь можно начать играть. Теперь можно начать мочить сильно. Ага. Теперь можно задействовать вторую руку, да? Да. Валёк, так, вам назад. Капец, он тебя вот с этой хрени мочит, дай боже. Ну она, по-моему, ее и качала. Она в магию качается. Саппорт это МФ-ка. Паш, чего? Где? Хук я промазал. Постоячим? Постоячим я промазал. Мишка дернулась. МФ-ка саппорт. А этот гад. У меня люксы нету, я хз дена. Она у меня. А к вам идет. К вам идет. Так, я тоже иду, но такое. Охренеть, говняшили. Ну, стреляй бомбочкой. Опа. Обезьяне. Хорош, блядь, и я отхилился. Зря они сюда пришли. А кто сливается? Нашел? Блин, братаны, братаны. Валюак, убей кого-нибудь уже. Сука, вот он выхиливается. Че у него ульта так быстро, блядь, я не понял, кдешилась. Блин. И толка, блин, флеш. Резнулся. Кстати, вы, блядь, в натуре саппорт. Они, блядь, сгибутся по полу. Ну, сука, такое прощать нельзя. Зачем прощать, пиздить и гадов? В основном все рассчитано на свинцовый дождь. Много дамажит. Люкса, да ты не дамажишь. Успокойся. У нас ушел Вейгар, Илюк, аккуратно. Серьезно, блядь? Дрейка? Нет. Илюх, в твою сторону двое выдвинулись. С бота. МФ саппорт, а, блядь. Выиграл. У них вообще, блядь, затары странные. АД Вейгар и АП МФ-ка? Да не, они двое АП-шеров. Ну не знаю, я вижу Вейгар собирается все-таки в скорость... Вообще какую-то дичь, короче, собирает. Я вообще не понимаю, как... Валёк, Валёк, сзади, сзади, Валёк! Да вижу, вижу, вижу. И мы бежим с тобой, ой, с чуваком на подмогу. Че ты вверх бежишь? Серьезно? Он флешнулся.
блядь. Сейчас точно сольемся тут. Че тут ясик забыл? Илюх, в твою сторону трое. Какого хрена у вас на война идет? Ни хрена себе. Убил, красава. Еще один килл. Еще красава. Куда стоит, блядь? Да умри ты уже. Да ладно. Вау. Через сколько? Я пришел уже. Полет. Ползу к огненному. МФ-ка. МФ-ка сзади. Блин. Паша, ну ладно. Ноу. Рот. Да я вижу, что я могу сказать. Он ультанул. Но ты ее все-таки забрал. Хоть тебя и било двое. Да. Моя первая смерть. Черт, я думаю, я не умру вообще ни разу. Флеша не было. А вот Паша сейчас умрет. Зря флешился. Остановите! Блин, он в меня атаку дал. Этот шкет. Да, через флеш. Хотел он меня забрать. Он очень хотел тебя забрать. Я не думаю, что он хотел много. Автоатака мне 200 снял. Нехило. Ну так у него же зуб на Шора. У него автоатаки дополнительно урон наносят. Блин. Вот это вы даете. Ой, блять, еще не бить. Сзади, назад, назад, назад. Ого! Что-то их тут до хрена. Тоже. Ты тоже это заметил? Ой, хана мне. Офигеть. Давайте у них контроля нахер. Капец просто. Ну, у них урона, кстати, много. Вы зря вы воюете с ними.
без меня не надо было воевать. Ну я сейчас подставился. Серьезно, блин. Ну так что ты хотел, Ксим? Ты ж, блядь. Ладно, я думал, он более от Эфа будет. Ну конечно. Надо уже забрать эту вышку, блин. А она что, еще стоит? Угу. Вау. Кто стоит? Ну, уже ничего. Ну, вышка стояла. Так, а что мы втроем тут тосаем, я не понимаю. Не знаю. Ядрить, колотить. О-о-о. Бахнул так бахнул. Как она, блядь, спалила ебаную ракету, блядь, ебаную карту? А эти питон задержал их. Как я вообще их сейчас всех не убил? Угу. Ну, козу я-то убил, ладно. Она порылая. Крит, походу, полетел. Походу. О, блин. Я думал, тут дракон стоит. Дракон перестарится всех. Ой, не дракон, а этот. Синий. Синий. Там Ксин волков берет в соло. Вот берет. Нашему сейчас криндес будет. Не, убил, смотри. Замучил до смерти. А. Вы дамаги нету, блин, у МФ-ки, все. О! Да что ж такое? Я не успеваю тут бегать. Да не говори. Война то там, блин. Твою ж мать, а. И чё? Ты дерёшься с ним? О, да. Ну хорош. Ну бас. Шарик нетерпения. Нифига себе, ты башни снял сколько. Дима, видишь? Там автоатачка просто с пассивки вхреначивает. Там дополнительно наносит. Короче. Да хера дамаги. Честно, у него флеш есть? Нет. Видимо, нет. Ой-ой-ой, нахер, нахер. Так, я пошел Дрейка бить. Я помогу. Не, пришла, блин. Серьезно, блин? Она в меня или в тебя целилась, Илю? В обоих. Не понял. В обоих. Че, Дрейка будем убивать? Мне бэкнуться надо, у меня здоровья нет. О, там сзади этот, Вася. А я видел, он там бежит, блин. Ладно, варды поставлю пока. А ты видел, какие у меня варды? С чемодана выпал. Так, что бы собрать? Чтобы еще собрать.
И нафига он флешнулся, идиот? Не знаю. Они боялись и не нападали. Ты байтишь? Угу. Что они не байтятся. О, там что-то наш чувак. Слился. Немножко сосать. Блин, опять пиво кинул. Чё вы ссыки? Я даже не знаю, сколько там сейчас урона им прилетело. Я даже не могу представить. У них было больше трети. У них по 40% здоровья было. Там ульты прилетело больше часовья каждому. Да, резисты не качаются. Они в атаку пошли, блин, все по голову. Мой тел. Вот что-то меня вышка бьет. Вот видишь, Зигса взял, и мы сразу выиграли. Да. Команда просто у врагов так себе. Я бы тут мог на ком угодно выиграть. Ой, мне ключик дали. Кто получил S? Ты. А, я. И чё, за это дали этот ключик? Нет. Тебе повезло. Мне просто, скорее всего, повезло, да. Только пока не начинаем. Угу. Не знаю, Зигс слабый. Ну, изворотливый. Ну да. Блин. Открылось что-то, а у меня гамма глючит. Из ящика открыл. Ну какой-то скин. Угу. Вот еще. Хорошо. Я сейчас.
эти звуки? Не, ну первая игра победа, это уже хорошо. Валёк, хорош бренчать. Валёк, тебя не учили, да, что можно мешать чай без звука? Ты чё за чушь городишь? Ну, ладно, ты короче, как на эту идти, напишите в чат, я на удержание поставлю.
Нет, только не... Терпеть не могу, Ари. Больше всего не люблю, наверное, против Ари за Виктора. А тупо, блин, при ульте начинает уворачиваться от всех стрелов. Я играл против Поцака с Steam и BDSM TM. BDSM. Кстати, да. BDSM TM мы с ними как-то играли, да. И Smurf, по-моему, мы тоже играли. Угу. Да. Знакомые имена. Как бы они не вместе даже были. Я помню, БДСМщик точно за Наута играл. А вот Смурф не помню. Ну, он, по-моему, тоже на миде был. Ну, не за Ари. Ари я давно не видел. Не, не за Ари точно. За что-то другое. Блин. Не нравится мне наш лесник и наш топер. И наш саппорт что-то там пошел умирать, походу. Что там делаете? Вам что, жить надоело всем? Ари, 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 ари. Иди сюда. Пожалуйста, отсюда иди.
Паша! Чего? А Вард где? Вард в откате был. Я его в самом начале же поставил. Где? У них там на синем. Они его сбили быстро. Забыл, что ли? Да. Вот это действие вообще непонятно. Шавка. Я вообще к ней не хотел притягиваться. Я катапульту хотел добить и все. Что у меня добивание какое-то херовое. Валёк, я пошел в арт выбивать. Ага. Амуари уже, наверное, подгорает что-то. Так, Валёк, нас засветили назад. У него вард в откате. И этот что-то пошел агрессивно. А что с Элизой не так? 1-0-1. За что они ее репорт хотят?
Нихера вы там. Далек, сзади. Вот я тупорылый. Че, попробуем? Да не, она уже ушла, считай. Да тут подтянулся еще народ. Так, нет. Бэк, блядь. Вот и лети, блядь. Лети. О, две ульты в меня пароли. Вот я дядя тупорылый, блин. Да Лиза что, на меня охотится, что ли? Фейс чекнул, блядь. О, наш Ренгар, конечно, молодец. Еще один тупорылый. Ладно, ушел. Ушел же? Или не ушел? Че-то там вообще потасня какая-то. На топе. Мой. Так, у нас Наутилуса нету. А куда он делся? Ты где-то тусит. А, вот он и приперся. Сука. У тебя только КД был? Угу. Ну чё, это Реня стоит, блядь, смотрит. Ну не знаю. Чё там, война будет или не будет? Что-то где все? Тебя все кинули. Да, Синджи такой персонаж, он просто идет и умирает.
Ульта просто так пролетела. Что там, на боте война, да? Угу. Валё. Так, у меня есть ульта, сейчас придем, всех убьем. Угу. Если, конечно, Валёк не сдохнет. Там еще сзади недоразумение. Охренеть! Кто ее нафидел? Кого? Ари. Она только что сделала 3 килла, у нее был 1-3-0 счет. Какой нафиг? Ой, нафидел? Я ничего не знаю, ее кто-то нафидел. И пантеон, как обычно, вовремя прилетел, сейчас отхватит, потому что у них целая куча контроля. Ништяк. Зацепил. А, вот пантеона нафидели. Не успел. Блин, я Ешкой не попал нифига по ним. Фигово, что мне в спину зашли сразу двое. Это, конечно, вообще. Ну да. Что тут у нас? Херачили. Почему тут, блин, у всех есть синий баф, блин? У всех, кроме меня. Нет синего бафа. Вот сюда. Она что, купила себе? Офигеть, блин. Дали ей 3 килла, а теперь она сильная. Капец. Было сосулькой, блин. Сзади Валёк. Блядь. Тупо контроль и всё. Да, не уйдёшь. Один Ренгар. Я грыз. Сука, не успел сет. А чё Ренгар не пошёл, тебе не помог? Пришел, убил. Ну, пипец. Слушай, ну этот Ренгар. А, не, ну он первый раз умер. Ну он более-менее нормальный, но он что-то вот сейчас тупанул. Сейчас он тупанул, да. Где мой флеш, сука? Валюк, чё ты так долго бежал? Я вообще-то красный брал. Этот уже ульту просрал, наудилус. Что происходит? Валюк, ты чё один против двух дерёшься? Почему... Даже не сбоюсь.
пришел, пофармил, блядь. Чувак. Какого хера ты пришел пофармить моих крипцов, а? Козел. Он просто забрал мой синий. Он подошел именно, скорее всего, мой синий. Кто, Ренга? Да, Игнайтом этим забрал. Ну, видимо, не хочет тебе давать синий. Вопрос, почему? Потому что продаем его при первом же случае? Конечно. Блять, на моей смерти он тоже пару тузов получил. Вообще продаем его нахуй. А Пантеон что делает, блин? А, блин, меня убили. Ой. А, у меня магия хорошо вошла и башня пару раз долбанула, падла. Так, в итоге только двое сдохли и трое мы его убили, нормально. Ну, Валёк сейчас сдохнет тоже. А Валёк-то каким боком? Вот, смотри. А как так? Что он там делал? Блять, меня окружили, чувак. Синджик не дал. Башню тебе, блядь. Не, ну у нас, конечно, лесник с топером расфижен. Ёптыть! Нахуй я сюда припёрся? Ты красавчик просто. Нахуй исчезла. Ибо нехуй. Добьем, бьем, не вопрос. Почему опять я? Ну, убили? Нет, убили. А сейчас? О, убили. Тормози гопника этого. Вот тут еще Ари бегает. Куда пошла? Лол. Что-то мне кажется, там пацаны вообще, наверное, плачут уже. Кстати, а дракона там хоть забрали? Да. Нифига себе тут мобов. Валёк, только не сдохни. Чуть-чуть передаможила.
Илюх, уходим. Бля. Блин, была бы Ешка не на кулдауне, я бы ее убил. Паша меня продал. Вот эта ульта была сильная. Я думал, она побежит. Ее типа испугать хотел. Ну что, по-твоему? Бегает со скоростью 300 км в час, что ли? Ага. Я вот не понимаю, вот кто играет за Синджида? Это какие-то аутисты. Это ж игра такая, чисто знаешь... Я играю, все, как бы. Сам за себя. Сам по себе, короче, играется. О, я возьму синий. И буду от всех убегать и всех травить. Серьезно? Он убежал. Ау! Охренеть! А чё так больно? Тебя не меня боятся, прикинь. Ты страшный. Вот это я там ультанул. Так, ладно. Отходи, Валёк. А, нет, там же Жен-Ксу сейчас убьет. Да, у нас тут они двоих раскормили, капец, как. Ага. Алло? Паш, ой, Валёк. Мы как бы... Отходим. Валёк решил не отходить. Да, Валёк? Я сейчас АФК встану. Просто ты не сдаешься, ты идешь до последнего. For Honor не прощает мнение. Это точно. Так как ты, блин, играешь? Говорю ж, пока еще плохо. Только второй день. На чем, чем ты играешь? На компьютере, на чем я еще могу играть? Как его получить? Как ты его получил? Погоди. Газ. Война такая идет. Так, капец, они дамажат эти хуи. Там хер закресишь, блин. Я его замедлил, бейте его. Паша, су! Ты... Ебать ты, Паша, сейчас сыграл классно. А чё ты к нему не притянулся? КД был! А-а-а. Я и к тому бы мог притянуться, если бы не КД. Ебать, там КД чё, полминуты, что ли? 12 секунд. Сейчас 11. Так, Валёк, отходим на его в баню. Валёк опять сейчас, походу, сдохнет. Валёк, там Дрейк встал. Там херовый. Это всё равно, забрать надо бы.
О, чувак. Красавчик. Почти. И тут Синджит такой. Ну почти. Не, я пошел отсюда. Точно, идите барона забирайте. По-моему, синий. Или он тут стоит? Не помню. А, стоит. О, там война. Ай, пать. Что происходит? На шотом всех. Дайте мне уйти отсюда. Фу, я свалил. Ладно, ладно, ушел, ушел. Такой Синджит. Ах. Тупо законтрили. И самое интересное, что они не сдаются до последнего. Вот у людей сила. Паша, а чё вы там? А, не, в принципе, вы можете их убить. А, хотя... Не-не-не-не-не, там они вас переконтролят. Капец, как его убить хотят. Ну, у него почти получилось. А, ну кого там почти получилось? Ахри. У нее что-то захил какой-то бешеный. Ахри. Вот именно. Так что ни хрена у него там не получилось. Короче, надо собраться один разочек и всех отпиздить. Ну да, там уже чуть-чуть осталось. Интересно, у них синий есть? По-братски. По-братски, дайте синий. Опачки. Вообще по-братски. Что там? Паша такой пришел, меня спас. Мои ловушки тебя спасли.
А, ну кстати, да. Откуда у Виктора столько дамаги? Без понятия. У Виктора нет дамаги, чего не рассказывают? Виктор слабый. Офигеть, это насается тут как электровеник. Все. Марина. Кто добил? Кто-то из двух. Кто-то из двух. Ой, мне опять ключик дали. Да что ж такое-то? А кто опять заработал S? Саппорт. О, Град, ты четвертый ранг. Ты капец, что-то кот. Кот чисто крейсер. Реально, кот крейсер, я не знаю. Какой, Арни? А, да, Арни. Ну реально, у него счет 19-3-9. У него урона в два раза меньше, чем у меня. Практически. Чисто ходил крейсер. Че, мы сегодня куда-нибудь едем? Нет. Куда-то собрался ехать. В Хофф? Вы же хотели вчера. Не хотели мы никуда. Ты что, наркоман? Че, Илю, давай в этот, в For Honor сыграем. Пусть Валек подумает над своим поведением. Своим поведением. Да я могу в Турмент пойти, блядь. Тоже меня удивил. Блин, может это перерывчик небольшой, а то как бы ужин уже, пора. Да? Не, кстати, я тоже что-то кушать хочу. Вы еще не ели? Ну, я обедал только. Слабые воли. Я только завтракал. А что, партию перерыв или перерыв партию? Перерыв партию. Ну все, тогда давайте перерыв. Минут где-то 20. Угу. Давай. Вот у нас созвон.